Чернобыльской. Уже Припять тоже сейчас летом поросло. Ну, понимаешь, это в человеческой природе. То есть выйти с бутылочкой, например, в хорошее место и посидеть, отдохнуть там, как бы, ну и обязательно разбить потом. К сожалению. Хорошо бы здесь вместе с Гринписом организовать бутик в рамках 500 угол. Попробуй. Да, если как бы они обеспечат там перчатками хотя бы и развесить объявления там, да, по домам, я думаю.